Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 4 на странице 17 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маром. В этом упражнении мы должны будем заполнить данную таблицу, в которой записана слагаемая, слагаемая сумма. Если у нас неизвестна сумма, мы должны сложить, а если неизвестно одно из слагаемых, вычесть. Первая слагаемая 1, второе слагаемое 8. Чтобы найти сумму, к одному прибавим 8. 1 плюс 8 равно 9. Первое слагаемое неизвестно, второе слагаемое 6, сумма 7. Из 7 вычитаем 6, получается 1. Первое слагаемое 5, сумма 9. Из 9 вычитаем 5, получаем 4. Первое слагаемое неизвестно, второе слагаемое 3, сумма 8. 8 минус 3 равно 5. Первое слагаемое 2, второе слагаемое 5, сумма 2 плюс 5 равна 7. Первое слагаемое неизвестно, второе слагаемое 3, сумма 9. 9 минус 3 равно 6. Первое слагаемое 4, второе слагаемое неизвестно, сумма 6. 6 минус 4 равно 2. Первое слагаемое 3, сумма 7. 7 минус 3 равно 4. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.